Всем привет! Карта дня 13 марта. Сегодня воскресенье. Три варианта выбирайте. Первый вариант. Карта лабиринта. Лабиринт может символизировать тупик, сложности на пути к вашей цели. Может быть, какой-то извилистый путь. Или карта говорит повторение чего-то, но учитывая промахи и ошибки. Если вы столкнулись с большими трудностями на пути к вашей цели, может быть, карта советует постарайтесь выбрать другой путь, более легкий. Но еще на карте отображено несколько человек. Это сообщение, что вы не идете по этой дороге в одиночку. Другие сталкиваются с теми же проблемами и могут помочь вам выработать какое-то решение. Еще карта может иллюстрировать ваше разочарование, тревогу, раздражение, может быть, даже отчаяние, связанное с общением с другими людьми. То есть что-то удерживает вас отдельно от людей или целей. Но карта не советует вам сегодня поворачиваться спиной к другим людям. Наоборот, совместно с кем-то двигаться вперед вам будет намного легче. Второй вариант. Карта «Ключ». И вот при помощи других людей вы можете найти выход из какой-то сложной ситуации. Карта «Ключ». Да, сегодня у вас в руках ключ, который или открывает что-то, то, что сокрыто, или наоборот, хранит то, что заперто на надежный замок. Ключ всегда показывает нам новые возможности развития. То есть вы сегодня можете найти выход из ситуации или разрешить сложный вопрос. Карта может предсказывать вам сегодня важные события или встречи. Но более того, оно предупреждает о неожиданном повороте событий, указывая на прохождение кармических уроков, на какие-то новые открытия или прогресс в духовном развитии. Третий вариант. Мужчина. Карта может говорить, что вас сегодня ждет работа над собой, исправление ошибок прошлого. Женщине она может указывать на ее смелый и решительный характер, на инициативность в каких-то вопросах. Но также она может сулить вам скорое появление спутника жизни или на окружающую вас мужскую энергию брата, отца, супруга, жениха, любовника или другого важного для вас мужчины. Мужчинам она может указывать на другого человека, который имеет для вас сегодня большое значение. Но карта всегда символизирует мужскую энергию, мужское начало, присутствующее в вашей жизни. Вот, может быть, при помощи какого-то мужчины вы сегодня найдете выход из какого-то тупика. Ну, а кого-то ждет сегодня судьбоносное знакомство, но при помощи других людей. Может быть, это какая-то группа или сообщество людей. Хорошего вам дня!